This is it, Dante. We have to put our lives into each other's hands completely, without hesitation. We are brothers, after all. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Devil May Cry, и на этот раз у нас 18-я миссия Логово Демона. Фу, многообещающее начало, давайте посмотрим. Доберемся ли мы к Мундусу, или придется нам еще блуждать по сраным коридорам? Ой, простите меня, как они меня достали, эти коридоры. Что это? You made it. You made quite the team. I'm stronger. I'm smarter. I'm better looking. Mundus is behind the vault door. Let's not keep him waiting. And I got a bigger dick. Угроза, да? Да, это что, сигнализация, блин? Что за хрень? What's happening? They must know we're coming. И чего? This is cap predicted. So, what do we have to do here again? Kickstart the backup generators in Limbo to overload the system so I can hijack the quantum encryption algorithms. That's it. But, could you say that first bit again? So, you have to kickstart the generators. Four of them, right? Yeah, that's right. Ну да, я понял, что это за тоннели. Ладно, пошли. Пошли, пошли, Данте. Да, Данте умом не блещет, конечно. Интересно, как Вергилий узнал, что у него член больше? Что они там, мерили с детства? Надеюсь, что нет. Ладно. Что у нас тут? Душенька какая-то заблудшая, как всегда. Мне это напоминает все. Бух! В Варкрафте называется локация подземья. Очень, очень похоже. Точно такие же камушки. Ну да, 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 без этого мы... Без этого мы не могли, да? Да, зараза? Без этого ты не могла, да? Ах ты, сволочи, меня ждали, такие в спину стоят, прямо смотрят. Две, что ли, эти ведьмы? Две эти ведьмы, это просто много. Просто много ведьм. Две ведьмы, это много, понимаете? Еще и пафоса этого призвали. Зачем там получить по роже по своей пафосной? Всё, свободен. На! Нормально. А как нам душу-то освободить? А, вот сюда запрыгнуть. Какой-то уступчик такой маленький, прям незаметный. Вот так. Ну, я чувствую, тут не важно, в какой бежать, коридор, в смысле. Видимо, мобы будут усиливаться по мере прохождения просто коридоров. И будут возрождаться просто такие, какие нужно. Какие нужно по сложности. О, фига себе. Ну-ка посмотрим. А, два улучшения у нас. Способности, способности, расплата. Ну, да, это бы неплохо выучить. Я хочу доучить уклонение. Вот так вот. И посмотреть, что можно купить. Ох, да, подпотратились мы. Зато у нас все золотые сферы на месте. Крест здоровья 3500 стоит. Нам на нее копить целый год, понимаете? Куплю я всего, в общем, понемногу. Маленькую куплю, большую куплю. Посмотрим. Все, все нам под разные ситуации пригодится. Так, и что у нас тут дальше? Понятно, куда-то тут мы пролетаем. Я слышу... Ага, паучки! Паучки всегда слышны.
Так, ну и еще один запускаем. Сейчас опять будет куча злодеев. А я не могу отсюда, да? Конечно, я не могу. Хрен ли. Мне обязательно нужно залезть на эту фигню. Интересно, я убежать смогу? А нет, сейчас там стена будет, как всегда. Такая стена, мол, Данте не может пройти. Защищайте! Чертовы уроды! Да, вот это мне не нравится. Вот это мне вообще не нравится. Да, отлично. Теперь я могу заняться этой тварью. Так. Промазал, промазал. Ах ты мразь-то, а. Отлично. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, да. Ну все. Ей! Ну-ка завязывай! Давай, 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 вот так. Давай. Вот так. На, по роже по твоей. Тебе нет ее огня. Я убил 100 монстров с помощью священного оружия. Фух. А еще я могу зацепиться? Нет, не могу. Последний раз, что-то, конечно, я попал под эту, под вертушку, под этого монстра. Блин, это было, конечно, очень по-нубски. Надо было там всего лишь подпрыгнуть. Я ни разу в игре еще не попадал под эти вертушки, насколько я помню. Потому что от них увернуться как нефига делать. Ну, видите, все в первый раз когда-то происходит. Тоже нудная какая-то миссия совершенно. Какие-то генераторы, блин, включать. А что, Вергилий сам не видит, что ли? Что? Выбор за тобой, не понял. Я типа могу уже включить? Или подключить остальные генераторы? Не понял. Смотрите-ка, что у нас там лежит. Звезда жизни. Схватим. Схватим вертлявую звезду. Ой, звезду. Звезду жизни за ее вертлявую задницу. Чего решать, я так и не понял. Ну и хрен с тобой, Вергилий. Может, можно уже так запустить? Да фиг там. Типа, скажут, нет. Иди работай, Данте. Не заработал ты еще на конец уровня. Данте всегда должен на все зарабатывать, блин. Ты че от этого Вергилия? Да, паучки наши, паучки. Наше, блин, достояние, ё-моё. Душенька сначала. Вот так, а теперь куда мы идем? Как нам теперь уйти-то отсюда, блин? Душеньку-то мы взяли. Опа! А вот, все. Кстати, дверка у нас тут есть. Ну, давайте посмотрим, есть ли у меня ключ к ней. Может, это слоновая кость здесь-то, типа? Недостаточно? Нет, это обычное серебро. Just copper. Нет, стоп, silver. Copper — это медь, да. Че это я говорю? Че это я говорю? Ну все. Оу, а как эту хрень запустить? Небось, с той стороны подойти, да? Как всегда, как потянуть мое время? Побегай, Данте, побольше. Сейчас, небось, какой-нибудь жиробас и ведьма или самурай долбанный на пятачке на этом. Что-нибудь сейчас придумаю. О, я сказал самурай, слушайте. Блин. Долбанный самурай. Хорошо, что этот урод тупой не может нас... Да сдохни ты уже, достал. Все, наконец-то, один самурай остался. Нет, стоп, еще эта хрень. Уйди, уйди! Уйди, чтобы я тебя не видел. Ух ты, сволочь! Просто сил нет от тебя уже.
На! Промазал. На! Фу! Ах ты гад! Че, еще пару ударов? Нет, даже один, я думаю. Блин, вот жесть. Он попал под эту штуку, когда вылез. Вот это смешно, слушайте. На! Рожу твою поганую. Да что ж такое-то, а? Он опять под нее попал, блин, это очень смешно. Ах ты гад, а? На! Да! И пришлось мне юзать эту звезду. Добил я его. Он телепортируется, попадает под эту фигню и его откидывает. Нормально. Так, а кстати, да, тут дверь даже и не пропустишь. Мимо нее по-любому придется пройти. Ну да, действительно, надо же какие-то... Да вы что, шутите что ли? У меня же дробовик в руках. Я свой дробовик теперь из рук не выпущу. После того, как он узнал, что он ваншотит эти штукенцы. Нет, нет, парни. Ой, смешно. Не смешите меня. Да, больше меня этой фигней не напугать. Дробовик просто шикарен. Конечно, никаких проблем. Никаких проблем. Я подключу их позже. Что это значит, я не понимаю. А, нужно их подходить и подключать, но в любом случае нам нужно иметь 4, чтобы их подключить. То есть подключить... Опа-на! И как мне туда залезть? Это серебряный ключ, да? И похоже, это именно от той серебряной двери, так сказать, которая нам нужна. Так, и как же нам туда залететь? Как же нам туда залететь? Личиночка. Блин, ни одной зеленой личинки, заметили? Просто отстой какой-то. Как нам за серебряным ключом-то попасть, ё-моё? Как нам туда попасть? Я даже и не знаю. Не, ну никак, я так не запрыгну никогда в жизни. Там еще личинка, по-моему. Да, там еще личиночка висит. Хотя, в принципе, есть у меня идейка, мол, взять моба, подвести его туда, потом, прыгнуть на него и сделать трюк спрыгивания. Или запрыгивания, хрен пойдет, короче. И тогда Данте, наверное, сможет наверх запрыгнуть. Но это какой-то гимор лютый. Блин. Да, сволочи, вы охренели, что ли, совсем? А, нет, нет, не получится этот трюк с мобом, который я хотел провернуть. Не получится его сделать. Сволочи. Было не прибил меня, слушайте. Вау! Слушайте, жестоко. О, хпшечка моя. Промазал. А, ну все. Я СС набил ранг. А, бестолку. Он меня ударил, опять у меня ранг. Упал, к сожалению. Все? Все, разделались, как миленькие. Нет, трюк с мобом нельзя было бы. Ну давай. Ой, ё! Блин. Да что ж такое-то, а? Эй, как лох. О боже. Да ёлки-палки! Да. Да. Дерьмовые уродские штукенцы. All done. Great. Да. Here we go.
Okay, listen up. To pop this beast open. Так, малая звезда. We will need to line up four conduits with their corresponding servers. И что? Line up all four. Got it. Ну и что такое? Where'd you learn to do that? What? That computer stuff. Hacking? Taught myself as a kid. Guess it gave me a sense of control. Control? We never had that, did we? No. I always felt that something was hidden from me. So did I. It's like a burning feeling inside. Exactly. I knew peeling back the layers of bullshit, the truth would eventually out. Guess I channeled that energy into hacking. How'd you find release? Killing demons and getting laid. With the computer stuff, that sounds good too. Убивать демонов и секс. Ну, это компьютерные штучки тоже ничего. Да. Так, как-то тут, в общем, крутить надо эту шнягу. И одновременно с этим пытался еще и читать. Так, и... Да, я, кажется... Да нет, я понял-то уже давно, но, блин, суть в другом. Суть в том, что я... Начну сейчас. Ну да, вот такая вот фигня получится. Так, ладно. Чё ж ты так орёшь-то, Данте? Все время прыгать нужно. Прыгать нужно. Так. Надо было звезду отсюда убрать, конечно. Так. Да, волну надо убрать отсюда. По-любому. Че это ты вдруг? Так, убрали. То. Или это? Да не то. Вот, да, вот это. Так, луну. Отлично, луну мы повернули. Деревню повернули. Теперь... Okay. Все? We're in business. Все готово. Ну что? Вперед к Мундусу, а? You know what you have to do. You lure him out, and I close the Hellgate with the Yamato. Then we go for the kill. Any ideas how I draw him out? We killed his unborn child. Get him rabid. Got it. But do not try and kill him. He is immortal until I shut down the Hellgate. Right. This is it, Dante. We have to put our lives into each other's hands completely, without hesitation. We are brothers, after all. Ха. Открыть достижение, время покончить с этим. Миссия завершена. Посмотрим на наши очки. Очки стиля SSS. Время. Кстати, зря использовал звезду, блин, в конце уровня. Время SS, завершение B. 2 миллиона общий счет. Да, и вот как раз этот предмет, который я использовал, финальный счет SS. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Встретимся в следующей миссии, где мы будем мочить Мундуса. С вами был Гидеон, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.